Так, всем привет, с вами Павел Первый, и это обзор на очередное обновление Майнкрафта. Ну, снапшот недавно опять вышел под кодовым названием 12v21b. Мне вчера, сегодня, наверное, где-то в 3 часа ночи скинул друг ссылочку. В общем, я только сейчас заметил, потому что до этого я не заходил вообще. Да я не знал, что оно вышло. Но оно вчера вышло, это обновление. И связано с тем, что исправлено несколько багов и добавлены некоторые изменения. Но также, конечно, остались и некоторые баги. Есть еще пара неприятных багов. Ну, начнем. Первое изменение, это у нас изменен интерфейс в режиме Creative. Теперь он выглядит так. Вот все разделено по категориям. В целом достаточно прикольно выглядит. Теперь все более удобно. Так. Что здесь тут? А, это же этот. Еще добавлен технический блок булыжника, камня, ну и так далее. Правда, вот спаун. А, вот. Вот он, этот камень призыва монстров. Но он отличается тем, что уничтожается быстрее, из него он уходит слизень, или как там этих червяков тебя звать. Блин, стой на месте ты, червячок. Ох, ё. Он ничего не убился, что ли? В общем, эти камушки ломаются быстрее. Из этих камушков выползают такие вот черви. Так, ну ладно, перейдем к следующим изменениям. Это прежде всего теперь настройки чата переведены, как видим. Так, далее. Теперь на вагониткой можно управлять, как точнее ее разгонять можно теперь самому, если она не едет. Правда, это будет довольно медленно, вот как видим. Нажимаю я V, и она едет сама. Вот так вот. Достаточно прикольно, если вдруг нет, ты тупо стоишь по новой все ставить. Тоже неохота бывает. Как бы вот. А, потом еще какие изменения. Теперь изменили цвет изумрудной руды. Она называется изумрудная руда. И изумруд тоже изумрудом теперь называется. Все это переведено. Все достаточно круто. И вон еще переведены вот эти саженцы, тоже хорошо. Так. Еще был добавлен какой-то технический блок 97. А, ну вот, это и есть был. Был технический блок 97. Так. Насчет крафта, конечно, этой лесенки я еще не знаю, но Sandstone Stairs. Из песчаника. Крафтить можно или нельзя, я сейчас не хочу проверять как-то. Мы можем еще поиском тут воспользоваться, например, еще давайте посмотрим. Да, здесь, к сожалению, русский не робит. Придется ставить русификатор, чтобы находить. Все это мелочи. Вот. Ну, конечно, есть какие-то баги. Вот, например, я не знаю точно. Ну, в Википедии было так написано, так, где там наши жители гуляют. Ага, вот он баг, который был написан. То, что у всех жителей текстура может быть одинакова, но на самом деле, конечно, это не так. У каждого из них своя профессия. Вот, у меня этот баг, видно, сработал. И как-то можно было клонировать тут изумруду, если вставить его. Короче, я не знаю точно. Но как-то тут клонируются эти изумруды. Вот, у всех у них одинаковая текстура почему-то. Я, кстати, заспомнился в этом мире сразу же. И еще тут такой баг был с сундучком, но это уже не связано, видно, с снапшотом, а из-за того, что я здесь заспаунился, вот, где это был? Вот, вот здесь где-то сундук появился, и он сразу же разрушился, из него все выпало. Видно, потому что вот здесь он должен был заспауниться, вот вместо этого гравия. Вот, даже земля тут стоит. А гравий, как бы, был уже на нем. И он разрушился, тупо говоря. Вот. Еще какие изменения там есть?
Блин, даже не знаю, какие еще изменения. А, то остался баг еще с версии 12.21b с пирамидами, о которых я не говорил. То, что часть пирамиды может не прогружаться. И как бы, если мы идем, то мы можем там застрять или даже умереть. Вот, еще баг остался критический с 12.21a. То, что мир вообще может не прогружаться, все в пустоту падает, и мы падаем, и не умираем при том. И нужно будет перезапускать мир. Вот. В общем, вот такие вот небольшие и довольно-таки хорошие изменения. Мне понравилось, в принципе. Наконец-таки что-то хорошее начали делать. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе. Скоро выйдет 1.3. В общем, снапшоты принесли с собой много чего вкусненького и новенького. Много чего ужасного. Вот, ну, как бы вот и все. С вами был я, Павел Первый. Ах, да, забыл совсем про руду. Она когда встречается? Она встречается еще реже, чем алмазы. Где-то в раза в 4-5 примерно. Вот. В общем, руду нереально найти, легче ее купить у жителей. Вот как бы. Ну, теперь точно все. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.